Юр, ну у тебя не хватило на площадке сегодня. Блин. Когда вернешься в строй? Да я не знаю, когда, пацаны, вернусь, но сегодня мы заиграли Руслана, я очень рад. Вот. Немножко не хватило Паши, блядь, распиздяй у нас. Вот, потому что он подвел в прошлый раз, не приехал. Вот, ему немножко сегодня не хватило. Вот, а в целом, короче, я думаю, то, что мы должны выиграть следующую игру. Ну, смотря какой соперник будет, я еще не смотрел. Вот. Ну, впечатление положительное, аж немного это потрясывает, короче. После овертайма, блин. Молодцы. Да.